Игры закончились, начинается настоящая битва. «Кристалл» готовится к защите титула лучшего клуба страны. На следующей неделе петербургская команда отправляется в Волгоград на суперфинал чемпионата России. Поедут наши пляжники в сильнейшем составе. Бруно Шавьер восстановился после травмы и сегодня участвовал в двусторонке с полной нагрузкой. А вот голкипер Иван Островский занимался отдельно от всех. На московском этапе он повредил спину и сейчас вынужден тренироваться по индивидуальной программе. Однако к решающим матчам он должен поправиться. Его отсутствие последний рубеж закрывает вернувшийся из аренды Сергей Киреев. Занимаются футболисты в этот период ближе к вечеру, чтобы привыкнуть к предстоящей волгоградской жаре. Впрочем, погода здесь играет далеко не главную роль. Оппоненты по полуфиналу из Строгино также будут вынуждены противостоять южному солнцу. Строгино просто, наверное, для нас, можно так сказать, неудобный соперник. Вот, они очень хорошо играют от защиты, обороняются, мяч контролируют с вратарем подолгу. Вот, поэтому не всегда нам удается свой темп поддерживать в игре. Вот, они сбивают темп. Два раунда плей-офф очень сложные, поэтому надо готовиться по максимуму к любому сопернику. И кто бы не попался, это будет игра максимального напряжения. К тому же, не знаю, как неудобный соперник. Мы ни разу в истории Строгино не проигрывали ни одного матча. Поэтому, в принципе, намерены эту серию продолжать. Стоит напомнить, что в нынешнем сезоне оба поединка с московским коллективом завершились в дополнительное время, однако будущая дуэль состоит из двух раундов. Первый из них пройдет уже 29 июля.